Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чому небезпечно дарма витрачати час, ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі і дізнаємось про талановитість наших земляків. Щастя – це відсутствие нещастя. От поки відсутствує нещастя, ми щасливі. Любое емоціональне переживання рождається в результаті якогось взаємодействия з окружающим миром. Любая программа из музыкальных произведений, она это тоже произведение в крупной форме. Каждое произведение, будучи один раз исполненным, оно начинает свою собственную жизнь. Я думаю, друзі, ви погодитесь зі мною в тому, що в день відпочинку треба відпочивати. Але навіть тоді, коли ви відпочиваєте, витрачайте свій вільний час з користю. Як? Дізнаємось зараз. У писателя Евгения Шварца есть замечательная сказка «Сказка о потерянном времени», в которой рассказывается о детях, которые тратили свое время и не заметили, как состарились. И чтобы вернуть им свою молодость, им пришлось очень и очень много потрудиться. Друзья мои, чему учит нас эта сказка? А сказка эта, сказка о потерянном времени, учит нас тому, что не нужно тратить время зря. И несмотря на то, что сегодня воскресенье, мы предлагаем вам с пользой провести этот воскресный день. Ну, например, давайте с вами заглянем на творческий вечер композитора Олега Таганова, который в эти минуты празднует или отмечает, или проводит 25-летие своей творческой деятельности. Пойдемте, поговорим с нашим героем. Вы знаете, господа, нам все-таки удалось заполучить Олега Николаевича Таганова для того, чтобы немного с ним поговорить, потому что он очень занят, но действительно концерт, посвященный 25-летию творческой деятельности, это уже немало, хотя и немного. Давайте лучше спросим у Олега Николаевича. Олег Николаевич, поймали вас таки, все-таки привели в музей детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова, в стенах которой и проходит именно этот концерт. 25 лет композиторской деятельности. С одной стороны, это ужасно много. С другой стороны, это просто мгновение. Да, оглядываясь назад, сложно сказать, много ли сделал человек или мало. Это, скорее всего, не ему судить. Это скажут другие о нем. Но какое-то определенное чувство удовлетворенности все-таки существует. Где-то удовлетворенности не в смысле успокоения, а удовлетворенности, что эти годы прожиты не зря. Человек же – это сгусток энергии в пространстве времени, поэтому вот этот сгусток надо как-то реализовывать. И за эти 25 лет, вылились в определенный такой багаж, музыкальный багаж, который, ну, я надеюсь, приносит, и дай Бог будет дальше приносить людям какое-то эмоциональное наполнение, какую-то радость. Может заставлять о чем-то задумываться, может где-то находить соприкосновение со своими переживаниями, помогать решать их проблемы. Поэтому вот то, что за 25 лет написано, я считаю, сегодня в небольшом объеме, может быть, немного сокращенном, но все-таки большую часть слушатели смогут услышать. Да, и не только услышать, господа телезрители, а и увидеть, потому что там в большом зале идет концерт. И сейчас мы с вами и услышим, и увидим, как он проходит, произведение Олега Таганова.
Олег Николаевич, в концерте, посвященном 25-летию вашей творческой деятельности, занято много людей, много знакомых лиц, много хороших николаевских музыкантов. Это все-таки дань уважения вашему композиторскому искусству, наверное, тоже. Вы знаете, я хочу, во-первых, очень поблагодарить, во-первых, школу «Альма-Матер», в которой мне довелось учиться с самого начала своего музыкального образования, которая приняла нас в эти дни. И, конечно, поблагодарить музыкальное училище, коллектив, студентов, потому что практически весь этот концерт, весь сделан на плечах студентов и преподавателей этого училища, в котором я также занимался в свое время. И огромное спасибо директору музыкального училища Сироте Анатолию Архиповичу, потому что большую, огромную часть организационной работы он взял на себя. Он все время как-то помогает, я не знаю, в моем реализации моего творчества в звуке, поэтому в этом отношении мы с ним, я считаю, творческие партнеры. И очень здорово, что директор детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова Владимир Александрович Рыжиков впустил нас в музей. Владимир Александрович, вам тоже спасибо. Ну а там концерт. Друзья мои, идем в концерт. Знаете, интересно, когда музыканты выступают, а в зале сидит композитор, то есть автор этих произведений, конечно, музыканты очень волнуются. Это вполне понятное волнение. А композитор, когда исполняет его произведение, насколько он волнуется? Как за своих детей все родители волнуются, поэтому, безусловно, есть волнение, хотя с этой точки зрения можно сказать, что каждое произведение начинает свою жизнь уже, будучи один раз исполненным, оно начинает свою собственную жизнь, и любая новая интерпретация, она уже не похожа на предыдущую, и каждый исполнитель вносит что-то свое. Поэтому композитор в данном случае может даже вникать в то прочтение, в ту интерпретацию, которую привносит каждый исполнитель. И волнение здесь происходит уже не на уровне боязни, а волнение сотворчества. Вот внутреннее волнение, как это будет воспринято другими. А вот смотрите, Олег Николаевич, сидим сейчас мы с вами на концерте, слушаем. И вы понимаете, что на ваше произведение звучит совершенно неожиданная импровизация. Вы потом подойдете к артисту, скажете ему, или просто вы порадуетесь. Но я думаю, что импровизация не всегда уместна, даже несмотря на то, что автор находится в зале. Или нет? Я с удовольствием пообщаюсь после выступления с исполнителем. Во-первых, поблагодарю его за то, что он привнес что-то новое в произведение от себя, поскольку раз он уже вступил в сотворчество, он уже отдает свои знания, свои умения, пусть на базе какого-то моего материала изначально созданного, но тем не менее он уже начинает сам творить. А у композитора, в общем-то, как, наверное, у любого творческого человека, любого педагога, основная задача – это помочь увидеть то, что не бросается в глаза, и, может быть, помочь начать творить кому-то другому.
Господа, и, конечно же, музыка нашего героя, композитора Олега Таганова, поможет и вам творить другое. Вот сейчас мы послушаем и сразу начнем творить. Олег Николаевич, когда составляется концерт, и, конечно, хочется представить лучшие произведения, но как вы думаете, или, наверное, все ваши произведения лучшие, трудно выбрать? По какому критерию вы отбираете произведения для концерта? Или написали и думаете, нет, это произведение должно быть услышанным и увиденным, да? Но любое произведение хотя бы раз должно быть услышано или увиденным быть. А с точки зрения составления программы, конечно, существуют определенные критерии выхода, скажем, из одного состояния, перехода в другое, обусловленность развития самой программы. То есть любая программа из музыкальных произведений, она, это тоже произведение в крупной форме. Оно имеет свое начало, свою кульминацию, свое осознание и свой синтез в конце. То есть в результате должно что-то остаться в общем впечатлении. Поэтому любая программа формируется под действием вот этой классической формы, скажем так. И насколько получилась эта программа, судить вам, дорогие наши телезрители, потому что сейчас звучит музыка композитора Олега Таганова. Олег Николаевич, быть композитором сложно, но не быть им для вас лично невозможно.
Сегодня культура не переживает свой лучший период, к сожалению. Но тем не менее, как говорят творческие люди, чем сложнее, тем гениальнее произведение. Мы знаем, что и Моцарту было нелегко, да и Бах не жировал. Ну, в общем, как-то профессия музыкантов накладывает на них не только обязательства, но еще и вот борьбу не только с собой, но и даже с повседневностью и даже и с бытом. Безусловно. Я что, с ним бороться-то? Бороться? Не знаю, как насчет бороться, но в любом случае, я не знаю, пожалуй, ни одного композитора, у которого бы жизнь была абсолютно легкой. Это просто невозможно, в силу того, что любое эмоциональное переживание рождается в результате какого-то взаимодействия с окружающим миром. А взаимодействие очень редко бывает настолько вот абсолютно гармоничным, каким вот могут подумать многие. Нет, как раз, как говорили древние, трудностями растем, препятствиями растем. Поэтому любое произведение – это впечатление, это репринт, так называемый, того, что уже случилось и как это осознано композитором. Безусловно, разные времена бывают, и хорошие, более удачные с точки зрения исполнительства и возможности творить, бывают менее удачные, менее удобные, но тем не менее это не остановка в творчестве. Седьмую симфонию Шостакович, если вы помните, писал в Ленинграде, в блокадном, и уже в декабре была она исполнена в зимнем Ленинграде, который был под бомбежкой. О чем тогда говорить в других случаях? То есть препятствиями растем. Видите, друзья мои, Олег Таганов не боится трудностей и желает вам тоже не бояться трудностей. А если трудности вдруг наваливаются, то не горюйте. Лучше давайте послушаем музыку Олега Таганова. Олег Николаевич, ну, безусловно, мы сейчас слушаем вашу музыку, и, конечно, прослеживается и почерк композитора. Каждый композитор имеет свой почерк, и, наверное, каждого композитора можно узнать, если человек сведущ в музыкальном мире. Да, интонационные слова, конечно, безусловно, используются каждым композитором свой, в своем объеме, со своими интонациями, ритмами. Но что интересно, вот если раньше этот словарь был, скажем, наиболее узнаваем, время текло не так быстро, изменения происходили не столь стремительно, то сейчас, поскольку изменения проходят очень быстро, каждый композитор получает очень много информации и возможности расширять свои инструменты композиционные. Поэтому какие-то элементы в любом случае остаются. Но в стилевом отношении он может за 5 лет очень сильно измениться, или там за 10 лет. Через 20 лет его можно просто не узнать. Кшиштоф Пендерецкий, кстати, вот
в последние годы жизни использует гармоничный язык, хотя раньше он использовал в основном какую-то более авангардную технику. Она была элитарна, скажем, воспринималась многими слушателями с трудом. Сейчас он пришел к тому, что гармоничный язык для него более близок. И не отрицая свое прошлое творчество, он сказал, что сейчас я такой, то есть совершенно другой. А вам какой язык ближе? В разное время по-разному. Поэтому вот сегодня? Сегодня гармоничный, больше гармоничный, потому что все-таки, как бы ни складывались условия в современном мире и в современной жизни, то, что мы живем, то, что нам, у нас есть возможность развиваться, дышать, творить, это самое главное. Чем, как говорят, счастье – это отсутствие несчастья. Вот пока отсутствует несчастье, мы счастливы. Вот мы слушаем вашу музыку, она действительно, ей присущ гармоничный почерк. Сегодня рано, безусловно, ставить точку, потому что 25 лет прошло, впереди еще 25 лет, потом еще, ну, это понятно. Но, тем не менее, есть мечты. О чем мечтают композиторы? Вот о чем мечтает композитор Олег Таганов? Я понимаю, что мечты вообще-то, сокровенные мечты вслух не говорятся. Но, в общем, что бы вы хотели поменять, а что бы вы никогда бы не согласились менять? Вопрос очень интересный и очень сложный. Мы не ищем легких путей, Олег, да. Николаевич. Это вы нас так настроили, как камертон, да? Да, действительно. Мечта, безусловно, какая-то, скажем, общая генеральная мечта присутствует, но я ее, позвольте, не буду озвучивать. Поскольку... Это тайна, телезрители, да. Тайна, но вы о ней узнаете обязательно. Будет тайной. Вот. Мечты более, скажем, ближнего плана, да, они тоже существуют. В планах есть определенные произведения, которые бы я хотел написать, и чтобы на эти произведения, на творчество над ними нашлось время, больше времени. Вот настрой, время и то, что необходимо для творчества. Вот это вот основная, наверное, мечта. Ну и, конечно, чтобы это творчество, опять же, было кому-нибудь нужно, кроме меня. Потому что, безусловно, в процессе творчества я прохожу определенные постижения, но результат творчества хотелось бы, чтобы также был доступен и другим. Сьогодні, друзі, ми з вами побували на концерті, присвяченому 25-річчю творчої діяльності голови Миколаївського осередку Національної спілки композиторів Олега Таганова. І впродовж теми для вас, друзі, лунає музика нашого сьогоднішнього героя – композитора Олега Таганова. Я, Аня Дорошевська, прощаюсь з вами. На все добре.